мы видим, что суждение «оставайся там, где ты есть». And then, as we've seen, we've got the change, the proposed change, clearly shown in the chart, because both the Moon and Mercury are about to change sign. И мы видим, что перемена, о которой она думает, очень хорошо обозначена в карте, потому что и Меркурий, и Луна предвидели смены знака. They both lose a lot of dignity, so stay! Они оба теряют огромное количество достоинства, так что оставайся. But even more so, when they change sign, they both become combust. Более того, после смены знака, они оба становятся сожженными. Can you imagine the angel who designed this chart? We have here a concrete demonstration of how it works. И здесь мы увидим конкретную демонстрацию того, как именно это происходит. He said that he'd been doing his best to put things right and had taken new plans to restore things as they were. Он прилагал огромные усилия к тому, чтобы все исправить и заполучить новых клиентов. But is it going to get better? Can I actually turn the situation around? Вот, и вопрос был задан о том, действительно, станет ли это лучше, смогу ли я каким-то образом улучшить ситуацию. Let's talk about Uranus for a while now. А теперь давайте поговорим об Уране. Uranus was the sky god. Уран был богом неба. Not quite literally down to earth at all. Не имел большого отношения к земле. For the sky god, everything was possible. Для бога неба все было возможно. Uranus was castrated by Saturn. Но потом Уран был кастрирован Сатурном. Это вхождение в реальную действительность. Это все, где весь потенциал всех возможностей сталкивается с реальной действительностью. Can we use Chiron in charts? Кто-то задал мне вопрос об использовании Хирона. But also sometimes we need to turn it if we end up with both houses being shown by the same thing. Иногда нам нужно использовать производные дома, когда один и тот же дом соответствует, когда две вещи, которые мы рассматриваем в вопросе, соответствуют, проходят по одному и тому же. Let's have a look at another chart, another technical stuff. А теперь давайте посмотрим на карту. This question is, will my mother buy this apartment near me? Вопрос, купит ли моя мать дом? Я просто следовал нескольким очень простым правилам для того, чтобы вынести суждение. That's when I stopped arguing with the astrology. И тогда я перестал спорить с астрологией. Yeah, okay, I give up. It works. Я сдаюсь. Она работает. She's asking about father who is fourth house. Она спрашивает об отце, четвертый дом. And so is signified by the moon. Его сигнифицирует Луна. Him as the father. Солнце сигнифицирует его как отца. But the fact it's on the cusp of the eighth house tells us nothing about what is going to happen. Но то обстоятельство, что он находится на куспиде восьмого дома, совершенно не говорит о том, что он о том, что произойдет. And one very important thing to remember about astrology. Одна из очень важных вещей, которые нам следует всегда помнить об астрологии. Which is that the planets know an awful lot more about astrology than we do. Та, что планеты знают намного больше об астрологии, чем мы.